Всем доброго времени суток. Сегодня я провожу немного работы на своей пасеке. Сейчас у нас февраль. Число не припомню, но около 20 февраля. Короче, что, я вчера сделал канди пчелам. Одну порцию я положил баксфастом. А это еще вот расфасовал пакеты по килограмму. Два пакета. Положил двойные пакеты. А это полкилограмма осталось. Не полкилограмма даже, а 650 грамм где-то. Также взял я пустые банки. Немного припыленные, но ничего. Банки я покажу для чего взял. Пустые, без всяких завязок, без ничего. Кто догадывается, для чего в банке, можно сразу написать комментарии. Ну, а кто не догадывается, то смотрите видео. Крыша тяжелая у меня в этом мире, накрыта этим полимерным покрытием, как то оно называется. Так, держится, что мне сорвало. Вот здесь тридцатка доска и обшлёвана вагонкой, наверное, пятнадцаткой. И здесь сверху тоже доски толстые. Так, довольно тяжелая крыша вышла. Думаю, наверное, немного ее переделать, чтобы в одну доску было. Ну, сейчас будем ложить мы наши канди. Тепла особо не слышно, но эти пчелы уже в литке сидели вчера, смотрел. Это одно. Второе, здесь 9 рамок было. Так что надо им прикорм все-таки положить. Сейчас поставим нашу камеру, чтобы было видно вам. Банка пол-литровая. Сразу на готове. Вот наш пакетик с канди. Сейчас набираем дырочек. Возьму, чтобы вам видно было. С какой стороны с этой подыраем. Потом пчелы разгрызусь. Раньше я таким делом не занимаюсь. Постоянно сироп ставлю. Ну, после облета желательно ставить сироп. А сейчас уже у нас март месяц на носу. А вокруг вот снег. Ну, снега немного. Он трамбованный. Сантиметров, наверное, около 10. Так как у меня в ульях проделаны в потолочине два отверстия под кормушку Василек на 10 литров, то чтобы открыть, надо аккуратно, то что пчелы выскакивают сразу. Я вот взял карточки две. Одну еврооптовскую, другая с заправки Беларусьнефть. И буду открывать и аккуратненько этими карточками задвигать, чтобы пчелы не вылезли. Потом мы их уберем. Вот сразу загули пчелы в отверстиях. Подпихиваем карточки. Потому что у меня пчелы в основном местные наши породы. И они не терпят никаких посягательств на их жилище. И если открыть резко, то полулия сразу наверху будет, несмотря на то, что зима. Прополис немного мешает нам. Так, смотрим. Здесь закрыл. Кажись. Так, здесь закрыл. Здесь он через щелину пчелы выглядывает. Вам покажу. Вчера я снимал, было уже
чем нет начинала, 6 часов вечера, а сейчас еще только 5, то светло на улице. Вон наши пчелки выглядывают. Сейчас положим канди, карточку уберем. Ложим отверстиями на нашу эту. Так положить. Вот так. Понемногу вытаскиваем и накатом ложим пакет сам. Так. Оп. Все, пакет наш лежит на дырке. Там все это дело утеплим. Вот. Вышел так пакет у нас, здесь килограмм канди, не знаю, насколько хватит. Ну а банка у нас, если кто еще не догадался, мы ее поставим просто так на отверстие. Ну, карточку сейчас уберем, поставим для того, чтобы образовывался конденсат и пчелы будут его использовать для растворения меда и для кормления расплода. Вот я вытащил карточку. Наши пчелки спокойно сидят, все-таки не выскочили резко, как я думал. Ну, год на год не приходится. Один год открыл, так полулия сразу на крышке было, на потолке. Вот аккуратненько приоткрою, покажу вам пчелок своих. Такая толпа сидит. Сейчас на улице не очень холодно, наверное, градуса 3-4. Ну, не больше 5, это точно. Такие вот пчелки у нас. Тревожить их больше не буду, закрыем сейчас. Все это дело так. На один улеек мы уже положили, можно сказать. Так, здесь положим потолочину рядом. Вчера я ложил, сделал повыше так бортики с досочек и сверху зарашотил, чтобы сильно не ужималось. Но сегодня положим плотно, пускай будет. Знаю, сразу, наверное, подушку все-таки. Или нет, подушка не плотная получается. Положим такую вот куртку пуховичка старого, а потом уже подушку. Такое вот у нас утепление. Вот банка у нас стоит под крышей, будет создаваться разница температур. Сверху холодней, снаружи вернее. И будет образовываться конденсат в этой банке. Пчелы этот конденсат будут использовать. Так как сейчас морозов нету, в литках конденсата мало, но все-таки они бегают, пытаются его собрать. А здесь у нас будет уже готовый. Вот, накрыл место, где наши канди. Здесь положим сверху подушку еще. Одну положим подушку. Сейчас еще заберу с этого улья, что вчера смотрели. О, здесь подушка есть здоровая. Подушки у меня с мохом, с лесным. Вот. Здесь у меня зиму лежала всего лишь одна куртка, этот пуховик на утеплении. Мороза были. Думаю, они корма немного расходовали. Мороза были буквально неделю где-то, полторы. Продержались с оттепелями в перемешку. Так что я решил все-таки этих также подкормить. Можно закрывать.
Один улеёк подкормили. То вчера я им сосульку леток запихивал. Они съели половину. Ставим доску приставную. Вот. Также будем этот улей подкармливать. Здесь у нас тоже 8 рамок. Плотных была сильная семья. Тоже снежку им ложил. Мы вчера сидели на летку, а это не видно. Вчера-то днем оттепель была. Ну слышно, вот звуки издают. Вчера была оттепель, а сейчас у нас немного морозик. Но тоже не очень сильно так, вот даже капли воды видны. Сосульки. Здесь вот пчелы видно в летке сидят. Этим положим наш килограмм. Да, в том году ранний весенний рой сюда посадил. Них снизу видно, вот крошка такая восковая. Так что этим положим килограмм канди, а этим остачку. Сколько я говорил, там 600 с копейками грамм. Здесь также тяжелая крыша и утепление нормально. Сейчас я подопру крышу. Поднял крышу, стал подпирать. С крыши весь снег обсыпался вон вниз. И на меня тоже. Так, этим мы накроем сразу, а наверх положим подушку эту. И потом еще, думаю, добавлю одну подушку сверху. Слышно тепло. Иголочку я оставил в том улье, что только что подкармливали. Оставил улье продирать. Будем дирать сосулькой пакет. Тоже неплохо. Сосулька острая. Но дырки большоватые выходят. Да? Ничего. Так, дырок я наделал в пакете. Сейчас аккуратно сдвинем потолочину. Оп, так. В переднем отверстии пчел больше сидит, слышно. А в этом что? Нашей камеры поменьше. Но они, наверное, придавим все-таки. Пытаются вылезть. Так, сдвинули аккуратненько. Сюда поставим мы банку. О, эти пчелки поактивнее немного. А сюда мы положим. Вот даже вылетела пчела, в банке летает. А сюда положим пакетик с канди.
так как там вот прицелились. Вон видно, пчелы пытаются вылезть сразу. Вот эту семью, если бы мы резко открыли потолочину, особо бы не удержали. Все пчелы были бы на улье. Была уже такая практика. Здесь я положил 600-650 где-то грамм. Думаю, нормально будет. Вот сколько пчелок показалось в банке. Бегает. Побеспокоил немного. И поднимать не буду, то что повзлетаю много и поразбегается. А сейчас ловить на морозе их особо не будешь, леток собирать. Да и может столько вылезти, что и не успеешь их изогнать даже. Так что аккуратненько все дело закроем сейчас. Сразу положу. Покрывальце небольшое. Чтоб банку плотно облегло. И пакет. Так. Здравствуйте, здравствуйте. Так, подложил я подушку еще одну. С того улья, что пропали пчелы. С бачка сюда пускай. Так. Все, здесь также у нас на этом улье крыша толстая. Это получается у меня два улья, этот с толстой и вот этот белый с толстой крышей такой. Да, когда-то первый еще делал, потом же стал делать такой вот крышей тонкой. Все крыши подвышенные, чтобы по две надставки лазило сюда. Вот с такой крышей стал делать, она на хлобучку. И все. Но эти военные улья уже надо красить. Так как здесь пчелы, так не получается. Думал уже с пчелами покрасить в этом году. Наверное, продам немного семей 5 саварийных таких ульев, что покрасить треба, и покрашу ульи. Вот. Закрываем. Оп, ух, ударчик был. Немного попугал их там. Ничего, перетерпят. Лучше немного побеспокоиться, чем с голоду пропадут. Напомню себя, что подкармливаю только сильные семьи, которые уже в верхних летках показали. Здесь также неплохая семейка, но их не слышно, не видно. А здесь по утеплению ложим. Утепления немного. Здесь утепление не толстое, так они особо не бегают по улью. Так, берем следующий улей. Здесь на крыше снег. Надо снять все это дело аккуратно. Сейчас поставим на камеру на леток. Покуда посмотрите, что в летке делается.
Вот пчелы забеспокоились. Это я, что посадил ранней весной, ранний рой, они немного злюковатые. Их так просто не возьмешь. Даже когда триммером косил, так самые активные были. Подойти нельзя было особо. Вот они забеспокоились. С этими надо поосторожней. Открыла крышу, нашел веточку такую, подырали дырки в пакете. Здесь килограмм у нас. Наделаем веточкой дырок. Вот она загнулась, сломалась. Далее пчелы уже сами прогрызут, думаю. Пакетик двойной, а чтоб крепление будет лежать, так не порвало его. Сделал. Сверху будет держаться, а снизу они сами прогрызусь. Стояли полоски от клеща, так они полоски разгрызали, не только пленку. Что у нас тут? Вот. Наше утепление. Упала наша камера и прорвала съемку. Придется монтировать два ролика в один. Хотя уже идем к закончению. Хорошо приклеили, сверху чувствуется тепло уже. Вот пчелы забеспокоились. Щели не видны. Ставим сюда. Так. С теми семьями у нас прошло все хорошо, спокойно. Будем надеяться, что и с этими все хорошо будет. Это, наверное, все-таки попала под кромку пчела. Не видно. Так. С этой стороны хорошо закрыла. Все. Так. Ставим сюда банку сразу. Пускай пчелы собирают конденсат. Сейчас посмотрим по активности, что они покажут. О, сразу пол улья в банке. Вот это семейка. Так, здесь мы поставили банку. Вот сюда. Положим пакет с канди. Пакет ложим так. Берем карточку и накатом. Выдвигая, накатываем пакет на отверстие. Ладно, чтобы рукавом не сбил банку, то придется отступать от улья. Все, пакет лежит. Сейчас
сейчас его немного подладим, чтоб плотно лег. Все нормально прошло. Здесь пчелки в банке. Сразу запотела банка. Вот они этот конденсат будут собирать. И им будет... Им нужна влага. Так как на летке влаги не очень сохраняется в теплую погоду. А сейчас мороза небольшие. Ну хотя передавали до 24. Вот им будет в этой банке влага. Все три улья мы подкормили. Остались еще не подкормленные 12 было семей. 4, 8 семей. Ну посмотрю по их поведению. Там две семьи можно подкормить сильные, если будут сидеть литки. Ну и ту, вон что, крайне самое. Тоже сильная. А также и эту. Короче, если время позволит, замешаю еще на днях. 4 пакета разделю и положу. Синички летают. Лезут улья. Так, будем закрывать наше все это дело. Кому понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем удачной зимовки. Спасибо за просмотр. До свидания.